история такая. Ролик настоящий, муравей настоящий здесь, и капля самогонки тоже настоящая. Снял я его еще в 2014 году. И самогонку пьет. И уже, честно говоря, забыл о нем. И вот тут приходит мне письмо на тему нарушения авторских прав и совпадения контента. Я захожу, смотрю, у меня этот ролик по миру гуляет. Перепостили его примерно 180 раз. Прям реально пьет, как на водопое. Самые рекордные просмотры в Испании. 5,2 миллиона просмотров. Ну, сразу скажу, что у меня его просмотрело 1200 человек. Ну и там следующий просмотр был 1 000 000, и так по нисходящей. В общей сложности я где-то посмотрел, где-то около 8 миллионов раз этот посмотрели ролик. Но его смотрели за рубежом. Я сразу оговорюсь, что у меня на канале все ролики, все видео мое снято мной и мной загружено на канал. Вот, смотрите, это канал этого человека. Естественно, аватарка. Такая обобщенное имя тоже явно не его. И все ролики у него я посмотрел. Все ролики с разных чужих сайтов. Посмотрите, вот сколько раз просмотрен муравей мой и остальные ролики. Вообще, в этом случае YouTube предлагает вам подать претензию. Зайти надо на эту вкладку, поставить галочки и заполнить что-то вроде анкеты. После расследования недобросовестного блогера заставят удалить или заблокируют ваше видео у него на канале и вынесут ему предупреждение. Не знаю, какова скорость определения и как быстро YouTube-роботы найдут ваше видео у других авторов, но, судя по всему, эта вкладка полезная. Туба, смотри, пьет. Вот алкаш, блядь. Самогонку пьет. Вот синяк. Прям реально пьет, как на водопое.